От этой операции возможно зависит дальнейшая судьба нашей страны. Проблема в том, что в городе тоже расположен Симоняк. Сэр, экстренная связь с агентом Тани с фронта. Пожалуйста, оставайтесь с нами, командор. Сейчас они должны подключиться. Подождите. Она не шутит, командор. Если не поторопиться, мы все запишемся в компартию Романова. Понимаете, о чем я? Нет. Нет ничего хуже для солдата, чем потерять рассудок. Я на вас полагаюсь. Установка управления полем боя. Сегодняшней ночью мы с вами пройдем миссию «Свободный проход за союзников» и сделаем это на 100%. Захватить или уничтожить психический маяк, прежде чем он воздействует на ваши войска. У нас под командованием снова агент специального назначения Таня. С ней группа закаленных в боях морских пехотинцев. Ну и инженеры с третьим рангом. Где вы еще такое увидите? Пойдем вначале под северным краем карты. Приказ понял. Приказ понятен. Без промедления, так как внизу у нас идет таймер. Время до того, как маяк воздействует на Таню. Там собаки чуть не пожрали нас, но Таня вовремя успела. Она буквально совершала бросок на нас, когда Таня это предотвратила. Так, здесь можно посадить их в здание и немножко потрощить их. Так, вот там можно. Отлично. Продолжают строиться. Вот тут подъезжают танки. И здание отлично, их можно вынести. Тут танк Рина пробивает забор для того, чтобы вынести наших ребят в здание. И тем самым пробивает нам проход на их базу. Такой вот секретный способ проникновения мы открываем. Сохранимся, там уже, я смотрю, ракетница бьет. Если что, будем выбегать. Ракетница все-таки еще не бьет. А мы по ней не достаем тоже, да? Покажите дорогу. Опасно там дезолятор. Очень опасно. Не тяжело так? Да, под Тесла кольцо попадаем. Надо здесь сейчас все по науке делать. Пойти туда, когда нет электростанции. Покажите дорогу. Вот так, отлично. Убрали его. Покажите дорогу. В любое время, босс. Ну-ка, детка. Так, проходим дальше. Здание покинуто. Так, пацаны. Движение. Выносите это все дело. Сохранимся, друзья. Что у нас там по времени? Еще есть немножко. Но медлить нельзя. Не тяжело. Да что ж ты не стреляла, Таня? Подстреляй. Ну-ка, давайте сейчас поставим ее. Она должна доставать. О-ла-ла. Вот, отлично. У меня инструменты.
Покажите дорогу. Нужно починить. У меня инструмент. Нужно. Так, одного инженера сюда. Таня попала под струю радиации, но выжила. Здание захвачено. Так, казарму я тоже уничтожу, потому что, чтобы он не клепал оттуда солдат. Тут есть эти пушки, их можно уничтожить с помощью наших солдат. Но пока не будем это делать. Нам надо к маяку двигаться. Если мы сейчас захватим военный завод, они все продадут и кинутся на нас. Тоже не нужно нам. Так, видим, насколько там плохие турели. Что, подводим вот этих ребят. Так, Харвестер. Может быть, они достанут для него. Понял. Вот так. Посадим их здесь. Сохранится снова. Ой-ой-ой-ой, не было видно. Так, друзья. Ну, видите, мы с вами таким проходим путем. Два раза. Интересно, так что тут попадаем и под раздачу. Ой, вот так, отлично, да. Паучковый патруль. Собаки с рангом бегают. Так, сейчас они его приостановят тут. Отлично. Любое время, босс. Так. Я здесь. Да, детка. Да, детка. Неплохо. Ну вот, друзья, зависает, так что классно, что мы сохранились вблизи здесь. Сейчас. Ах, эти рыбаки. Да, детка. Приказ? У меня инструменты. Изучаю. Хочется захватить именно маяк. Иду. Уникальное здание. Сейчас мы попробуем его захватить все-таки. Приказ понятен. Пострелять. Я здесь. Да, энергия отключена. Я не опоздаю. В любое время, босс. Ай, лу-лу. Подвигаемся? Где же вечеринка? Да, детка. В пути. Почти там. Так, ну тут так не пройти просто. Значит, сейчас сохранимся. Еще раз. Посмотрим, что будет, если мы его разрушим, а потом захватим. Если отличие. Допустим, мы его разрушили. Главная задача выполнена. Первая цель достигнута. Уничтожить все советские силы в пределах Сент-Луиса. Прибывает подкрепление, и у нас карта становится больше. Советскому Союзу. Теперь, друзья, мы с вами его захватим. Перед этим прочитаем брифинг. Даже когда мы очищаем Америку от советских сил, они продолжают играть со своей психической технологией и надеясь, что эта маленькая игрушка уничтожит нас. Мы обнаружили психический маяк в Сент-Луисе. Возьмите специального агента Таню с собой и уничтожьте психический маяк. Первая цель – уничтожить советский психический маяк. Вторая цель – уничтожить все советские силы в пределах Сент-Луиса. Третья цель – не дать Тане погибнуть. Нужно починить, я не опоздаю. Ладно. Да,
Пока у нас есть время, давайте погуляем по Сент-Луису. Пойдемте, ребят. Движение. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нарвались, конечно. Нарвались сильно. Понял. Где же вечеринка? Да, детка. О-ла-ла. Готов. Так, один. Разнесли, там еще был где-то один. Выдвигаюсь. Буди. Да что ж ты будешь делать? Ну так нельзя работать. Ну это просто недопустимо. Так, друзья, я прошу прощения, но опять выкидывает. Вообще не было таких частых вылетов. Из-за вот этих загрузок могут ящики некоторые пропадать. В любое время, босс. Нет. Приказ понятен. Не могу. А! В движении. Движение. Два раза. Не могу. В движении. Понял. Готов. Конечно, Сэр. Уйди. Сэр. Да, Сэр. Подвигайся. Не могу. В движении. В движении. В любое время, Питам. Сэр, да, сэр. Вижу врага. Два раза. В движении. У меня инструмент. Я не опоздаю. Хорошо. Понял. Два раза. В движении. Вижу врага. В движении. В любое время, ракетка. Готов. Понял. Пути. Выдвигаюсь. В любое время, ракетка. Выдвигаюсь, босс. Да, детка. Подвигаемся. Два раза. Давайте сохраняться. Выдвигаюсь. Потанцуем. Стреляй. Конечно, сэр. Приказ понятен. Готов. Ура. Можно было по вот этому мосту пройти вначале и подобраться сюда. Это, наверное, самый простой путь. У нас вот здесь есть вход на этот мост, и вот здесь, друзья, с него спуститься. Конечно, сэр. Так, вот эти машинки надо вынести. Не могу сконцентрироваться. Победа Советского Союза. Как он воздействовал, если еще 5 минут? Потанцуем. Что происходит? Инженера как-то захватили. Куда он бежит? Конечно, что происходит, вообще непонятно. Долго стоял под маяком и... Друзья, это первый раз такое вижу. Так, нет. Давайте, ладно. Сейчас инженер еще наш. Ну-ка, отойди оттуда, давайте посмотрим. Это, видимо, воздействует на наших юнитов. Эта штука первее, чем на Таню. Я просто никогда не доигрывал таких интересных вещей. Покажите дорогу. Пути. Когда остается у нас 5 минут, давайте еще раз посмотрим, перейдет ли он под контроль. Так. Не могу сконцентрироваться. Да, друзья. Победа Советского Союза. Психический маяк воздействовал на ваш отряд. То есть, когда 5 минут остается... Понятно, значит. Конечно, сэр. Сэр, да, сэр. Безотлагательно. Сейчас. Не могу. Буди. Ровненько их посадим. Готов. Они встретят машинки. Где же вечеринка? Здание захвачено. Главная задача выполнена. Потанцуем. Здание продано. Так, он мало энергии. Потанцуем. Уничтожается. Даже если мы инженера в него заводим. Где же вечеринка? Подкрепление прибыло. Нам прибывает подкрепление. Советскому Союзу. Ура! Где это я? Любое время, босс. Совершенствование. Любое время, они там. Приказ?
делаем это. Идет радиосигнал. Так, тут базу привезли, призма-танки, ящик. Командор, дали. Командор, это понравится. Это призменный танк Эйнштейна. Транспорт готов, транспорт готов. Аккуратно, не обожгитесь. Совершенствование. Да, понравится, но только... Сделаем это. Как у нас тут дела обстоят на нашей ремонт. Советской базе. Дали денег, друзья. Да? Совершенствование. Юнит потеря. Да, сэр, готов. Так, где там потеря? Что понять. Происходит? Сэр, да, сэр, подвигаемся. Сюда. Понял. Подвигайтесь. Лулу. Почти там. Я здесь. Надо Таню спрятать. И развитие начать. Так, ну если мы захватим им завод или уничтожим, они все продают. Нам это делать сейчас понять. Нельзя. Лука, надо понять, что мы тут можем достичь. Здание. Готов. Ну давайте возле этой арки. Готов. Действительно развиваться. Место готов. Красивое. Вперед. Посмотрим. Готов. Строительство окончено. Что в этом ящике? Система навигации готова. А Таню, чтобы не потерять, подождуем. Отправим сюда плавать. Направление командора. Здесь готов. Пути. Деньги. Да, сэр. Замечательно. Вперед. Пути. Уже иду. Пути. Параметры нового здания. Параметры нового здания. Подвигаемся. Здание. Два раза. Сюда, ребята. Здание занято. Вы умеете в здание садиться? Да, страшновато. 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 Иду. О, тут наш заводик. Собачка наша. Приказ в движении. Понял. В любое время, босс. Ай, я здесь. Строительство окончено. Параметры нового здания. Здание. Все хорошо. Здание. Что мне делать? Да. Да, пойдете здание мочить, что вам делать? Ты плохой. Плохой? Вижу его. И правда, ребята, я отлично. Да. Я буду всю ночь сегодня это. Проходить игры, чтобы когда ребята утром проснулись, им было что посмотреть. А вы что тут ходите? Давайте сюда. Подостуем. Ну-ка, ну, конечно, тут не предусмотрено, что мы ворвемся через дырочку. Я вам это показываю, друзья, как можно, потеря. Опять же, зарубить противника. Нет, уже не сделаешь. Зарубить противника просто со старта. Здание. Юнит докладывает. Уже иду. Уже иди. Готов. Или иди уже. Командор. Строительство окончено. Так. Здание. Юнит докладывает. Укрепляемся. Много вас тут? Вперед, ну-ка. Вперед, зона огня. Выпустите, ребят. Вперед. Строительство готов, окончено. Пути. Уже иду. Укрепляем. Направление командора. Подъезжаем. Тут, конечно, можно красиво поставить. Но не будем лепить. Вот так вот будет здание. Тоже красиво по двум сторонам. Потом можно заборчиком эту арку обстроить. И будет да, вообще сэр. Супер. Вперед. Укрепляемся. Оружие готово. Строительство окончено. Здание. Юнит докладывает. Да, сэр. Юнит докладывает. Строительство окончено. Оружие готово. Так. Параметры нового здания. Здание. Транспорт готов. Зона огня. Строительство окончено. Да, думаю, третью тоже здесь поставить можно. Так, готов. Ребята. Подъезжаем. Давайте разломайте это. Строительство окончено. Здесь
стоит, полуразрушенная уже, просится. Здание. Юнит докладывает. Подъезжаем. Покажите дорогу. Строительство окончено. Аккуратно только там. Параметры нового здания. Здание. Юнит докладывает. Оружие готово. Строительство окончено. Зона огня. Здание. Да, сэр. Площадка ремонтная. Наша. А захвачено ими. Укрепляемся. Готов. Сэр, да, сэр. Выдвигаю. Приказ понял. Приказ понял. Красиво тут. С этой арочкой прям приятно развиваться. Строительство окончено. Так. Параметры нового здания. Здание. Строительство окончено. Параметры нового здания. Здание. Зачем два радара? Для красоты, друзья. Учеба. Так, сделаем группу ракетчиков. Готово. Выбрано главное задание. Готов. Где мы, как... Установлен новый пункт сбора. Строительство окончено. Советская лаборатория есть. Шикарно. Жаль, нету верфи советской. Здание. Ну вот здесь поставим советскую лабораторию между деревьев, ну просто просится. Здание. Готово. Строительство окончено. Здание. Строительство Давайте окончено. Давайте сделаем. Здание. Пока рудокопов. Все хорошо. Отмена. Здание. Что, ребят, полетаем? Строительство окончено. Строительство окончено. Я пойду по дороге. Так, Таня, учись держаться на воде. Подольше. Здание. Все хорошо. Здание. Все вообще отлично. Нам никто не мешает тут окончено. Развиваться. Готово. Эх, не очень. Ядерный реактор, конечно, здесь бы стал лучше. Может быть, и действительно в другом месте ее поставить. Ну, например, здесь, да? Так, тут будет идти забор. Тогда вот, вот здесь. Готово. Здание. Строительство окончено. Здание. Строительство окончено. Здание. Здание. Строительство окончено. Здание. На полный ход. Строительство Отходим. Окончено. Строительство окончено. Здание. Готово. Строительство окончено. Здание. Строительство окончено. Так, ремонтная штуковина. Параметры нового здания. Здание. И мы с вами теперь союзнические здание. Здания строим. Здание. Готово. Строительство окончено. Здание. Все хорошо. Все окей, да. Здание. Строительство окончено. Здание. Это невозможно. Строительство еще не завершено. Enable to comply. Building in progress. Готово. Я знаю это, друзья. Так, ну сколько ждать уже? В прошлый раз ждал, сейчас жду, давай. Здание. Строительство окончено. Так, а там получается, ну да, будет двойной забор.
здание. Строительство окончено. Ну, ничего так ничего. Здание. Готово. Правда, теперь окончено. Проезжать тут неудобно. Здание. Ну еще окончено. Разберутся. Так. Готов, товарищ. Давай, товарищ. Сделай это. Здание. Мы пока строительство окончено. Забор достроим. Готово. Здание. Строительство окончено. Задний двор. Пацаны там здание. Тренироваться смогут. Надо еще мишени на забор повесить. Строительство окончено. Вот так. Здание. Все хорошо. И музыка хорошая тоже. Все хорошо, и музыка хорошая. Параметры нового здания. Здание. Здание. Строительство окончено. Здание. Строительство окончено. Так, ну даже не знаю, пока отмена. Хватит. Отмена. Так, а здесь сделаем... Параметры нового здания. Вот здание. Это. Здание. Учеба. Готово. Так, а шпион же может быть, окончено. Хотя бараков все нету. Хорошо. Да, бараков нету. Учеба. Так что все хорошо. Готово. Здание. Строительство окончено. Здание. Готово. Под мостом, к сожалению, башни не поставим. Готово. Здание. Ну вот тут можно подойти с моста и просто рукой потрогать, когда она крутится. Готово. На компаниях вообще ядерные реакторы на вес золота. Строительство окончено. Попадаются раз в тысячелетие просто. Готово. Готово. Параметры нового здания. Строительство окончено. Здание. Мало готово. Энергии. Мало энергии. Здание. Готово. Готово. Строительство окончено. Идем. Готово. Заполнено. Готово. Готово. Здание. Да, союзнический верфь. Заполнено. Тоже я недоступен. Пойду по дороге. Я пойду по дороге. Готово. Готово. Строительство окончено. Здание. Готово. Здание. Мало денег. Я пойду по дороге. Покончим. Готово. Ну что ж, посмотрим, что мы тут еще можем найти. Сейчас пойдем в центре. Отходим, перестреляем отходим. Людей. Может быть, там тоже ящик дадут, как за коров на том острове. Василий писал об этом. Спасибо тебе, что такие отходим. Вещи отмечаешь. Вы, друзья, тоже в комментариях, пожалуйста, пишите. Покончим, всякие кстати. Такие важные моменты. Высоко. Всем будет полезно. Покончено. Я пойду по дороге. О, достану. Готов. Шпион есть? Учеба. Отлично. Отходим. Очистим территорию. Строительство окончено. Катану. Иду. Мне где спрятаться. Иду. Иду. Готово. Очистим территорию. Очистим территорию. Иду. 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 Мне где спрятаться. Иду. Иду. Очистим территорию. Так, надо госпиталь захватить. Покончим с этим. Все построилось. Конечно, сэр. Поднимаемся. Транспорт готов. Юнит готов. Так. Параметры нового здания. Здание.
Деньги кончились. Надо сюда посылать. Вот это захватить. Ракеты в небе. Они надо вдруг еще продадут, все лучше не трогать. Готов. Параллеляем. Негде спрятаться. Так, где там наши шпионы? Потеря. Готово. Установлен новый пункт сбора. Пацаны не могут выйти. Готово. Они туда идут. Ну, тогда давайте здесь сделаем выход. Теперь пацаны могут. Приказ получен. Да, сэр. Да, сэр. Приказ понятен. Подстреляем. Готово. Так, и вот это тоже надо вернуть по бочкам, главное не стрелять. Учеба. Нужно починить. Изучаю. Готово. Вот это нужно высоко починить. Мало денег. Высоко. Готово. Здание. Готов, окончим. Я пойду по дороге. У меня инструменты. У меня образование. Есть план. Постреляем. Высоко. Тут даже еще завод по добыче. Здание можно закончили. Было поехать сюда, здесь развиваться, как бы, ну, ради этих двух зданий. Окончим, такое место, как здесь. Ну, в такой арке она просто символ вообще. Ну-ка, который хранит готово. Это место. Ну-ка. Покончим, поэтому кстати. У нас никто не нападает. Надо отремонтировать этот Колизей. Ну-ка. Хотя бы его часть. Это стадион скорее. Учеба. Ну вы поняли. Все хорошо. Учеба. Строительство окончено. Здание. Так, пацаны. Агент готов. Укрытие. Миссия, сэр. Операция начата. Агент готов. Так-то надо. Да, командор. Агент готов. Миссия, сэр. Давайте готов. Радар ему уничтожим. Да, сэр. Укрепляем. Замечательно. Издеваться так полностью. Готов. Ну-ка, высоко. Иду. Иди. Готово. Достану. Строительство окончено. Высоко. Здание проникли. Я пойду по дороге. Строительство окончено. Получены новые технологии. Денег, как вы видите, нету. Здание проникли. Похищены деньги. Ну, хотя... Здание проникли. Вроде радар было. Уничтожен. Радар уничтожен, да. Бедняги. Здание. Здание. Могу идти, я граната. Ну-ка. Я пойду по дороге. Высоко. Иду. Строительство окончено. Транспорт готов. Оружие готово. Подополняем. Я пойду строительство по дороге. Окончено. Готов. Так. Командор. Да, командор. Могу идти куда надо. Отходим. Я пойду по дороге. Готов, подъезжаем. Замечательно. Укрепляемся. Тише едешь, не доедешь. У меня образование. Анализирую. Интересно, если мы эти дополню. Бочки жахнем все жизни. Выстоит ну, завод или нет? Давайте проверим. Я пойду по дороге. Выбрано главное задание. Установлен новый пункт сбора. Юрий первый есть. Учеба. Это прекрасно. На этой миссии тоже его можно получить, получены друзья. Получены новые технологии. Параметры нового здания. Готово. Очень классно он здесь изображен. У нас, в общем, в менюшке. Строительство в интерфейсе. Готово. Здание. У меня образование. Готово. Так. Покажите дорогу. Не-не-не, Таня. Ты вообще стой тут и из Ctrl-1 вас поставим. Готово. Так, сейчас мы вот так отлетим. Негде вот так. И ремонтируем. Базу атакуют. Не выстаивать. Но будем знать. Готово. С этим пробовать. Строительство окончено. Думаю, не стоит. Лучше сделать вот так. Здание продано. А тебя поставить туда. Готово. Я пойду по дороге. Супер длинный мост. Есть где-то станция управления мостом? Нет.
Я пойду по дороге. Как гриндер лупит просто. Яма как сидит. Нужно починить. Здание занято. Готово. Изучаю. Мощь. Нужно починить. Нужно. Колизей обязательно нужно подчинить. Анализирую. Инженер. Я не опоздаю. Есть план. Анализирую. Подстреляю. Покончим с этим. Высоко. Учеба. Готово. Готово. Здание. Так, пацаны. Наверное, эту штуку захватить надо, может, что-то скажут. Все-таки это наше здание. Готов. У них. Высоко. Жду приказаний. Давай, приказаний. Выдвигаюсь. Готово. Здание занято. Затаю. Готово. Не дают ящичков? Так, а там еще есть... Строительство окончено. У меня готово. Инструменты. Здание занято. Пехота докладывает. Давай приказание. Приказ готово. Хорошая миссия. И база наша красивая даже на карте смотрится. Давай, здесь. Готово. Как-то так. Это невозможно. Строительство еще не завершено. Здание занято. Здание. Пехота докладывает. Давай, надо бы пару здание. Таких рудокопов сделать. Эти уже готово. С рангом. Призмы с рангом есть, АМА. Здание занято. Давай, готово. Жаль, нельзя сесть сюда. Ну хотя бы часть восстановили, слушайте. Вот такой стадион. Готово. Полукругом там. Приказ принят. Можно играть готово. В регби. Как стадион Янки, знаете. Окончено. Готово. Пацаны. Направление иди сюда. Пацаны нормально ходить не могут. С этими заборами понастроили. Готово. Вот так заборы строить надо. Готово. Тоже, в принципе, не могут. Ну, хоть радует глаз. Здание. Здание. Готово. Мало денег. Готов. Мы будем мочить их готово. Вертолетами. Как вертолет будет вылетать отсюда? Установлен, ну, Киров мы знаем, скоро. Как вылетает. Но вот вертолетик здание. Интересный из советского. Давайте посмотрим. Ракеты в готово. Жду приказаний. Давай, приказаний. Да. Здание занято. Да. Жду приказаний. Выдвигаюсь. Здание занято. Готово. Выдвигаюсь. Здание занято. Ты не опоздаешь? Изучаю. Давай. Готово. Смотрим. По чуть-чуть так возят. Готово. Строительство окончено. Ну, красиво, красиво. Ваше приказание. Наше приказание сделать таких хотя бы штук 10. Готово. Транспорт и всем вам. Жду транспорт приказаний. Докладываем. Поехали нормально добывать вот здесь. Товарищ, пехота докладывает. Приказ принят. Так, вот так надо сделать, иначе... Сейчас, если готово. Бы повисло. Здание занято. Здание захвачено. Готово. Захватили мы ремонтную площадку, но ничего, друзья, нет. Никаких дополнительных реплик. Здание. Здание занято. Здание. Чисто, сэр. Жду приказаний. Его докладывает. Вот тут еще есть здание. В него не войти. Ракеты в небе. Здание занято. Значит, тогда его разрушим. Жду приказаний. Да. Здание занято. Учеба. Готово. Товарищ. Да. Вот
Так. Незачем ставить здание, в которое нельзя зайти. Пехота докладывает. Готово. Да можешь. Здание занято. Сюда тоже не можешь. Да. Сюда не можешь. Приказ принят. Все ясно. Подснос. Мало денег. Сейчас тут пацаны заправятся. Чисто, будут деньги вам. Готово. Вижу его. Подстреляю. Готово. Иду. Готово. Заполнено. Я понимаю, съездили. Готово. Готов, товарищ. Двигаюсь. Ты обиделся? Тебя не пустили сразу, что ли? Будет никуда надо. Отходим. Готово. Встану. Так, а там уже группа... Готово. По уничтожению готова. Не могу развернуться. Строительство окончено. Здание. Вот они, еще и с рангом. Это не шутки, друзья. Бойтесь, что вертолетная будет операция. Товарищ, готово. Пехота докладывает. Да. Постреляем. Готово. Покончим, я покончим с этим. Готово. Строительство окончено. Готово. Здание занято. Готово. Здание. Так, готово. Ладно, полетели, друзья. И жарко. Доклад жарко. Готово. Готово. Плохо, что они садятся сразу сами по человечкам не стреляют. Готово. Нашу базу. В этой миссии вертолетами не атаковали противника. Это зря. Так, лучше над водой их держать, они тогда не садятся. Мало денег. Из-за того, что постоянно садятся, постоянно бесят. Здание занято. Готово. Да. Здание занято. Так, ну тут прям вообще район заняли. Готово. А где наш Супер Юрий? Готово. Не безнадежно. Моя команда. Твое желание. Потеря. Твое желание. Готово. Пехота докладывает. Да. Пехота докладывает. Готово. Пехота товарищ. Докладывает. Давайте пси-десантникам пойдем и взорвем этот завод. Готово. Пехота докладывает. Здание занято. За союз. Готово. Готов. Здание занято. В общем, вот такая красивая миссия, друзья. Готово. Сильно близко. Я так и понял, что... Здание продано. Вот так должно быть. Готово. О. Здание. Это я понимаю. А еще по мосту можно перелезть на кран и готово. С него здесь спуститься вниз, чтобы долго не обходить. Пехота докладывает. Товарищ докладывает. За союз. Так, там пси-десантник готово. Готов. Где он? Строительство окончено. Не безнадежно. Здание занято. Моя команда, твое желание. Здание. Мое желание, твоя команда. Керосин только зря палят. Строительство окончено. Здание.
Строительство окончено. Строительство окончено. Делаем вот так, друзья. Сейчас, ладно, давайте уже посадим, раз они тут. Да, не занято. За союз. Выдвигают. Здание занято. То самое здание, которое привело нас к такой интересной, да, победе. Выдвигают. Теперь делаем вот так. Канал чист. Пилот, канал чист. На связи. Здание занято. Мое желание. Летим, летим. Товарищ, приказ принят. Загадай. Не безнадежно. Желание. Так, у них еще здесь было здание, но вот они продают. Здание занято. Этот товарищ наш. Миссия выполнена. Вы спасли Сент-Луис, прежде чем нашим гражданам смогли навредить. То есть тут, смотрите, как много времени дается вообще на эту миссию, с учетом того, что ее можно было очень быстро выполнить, друзья. Лейтенант-полковник, иду в следующую добывать более высокое звание и жду вас всех там.